Здесь дело даже не в том, что дорого, а в том, что оно стало не без каши. Каши нет. Каша. Смысл в каше какой. Угу. Так. Я попробовал первый кусочек. Блин, рот не открывается. Первая жесткая пища. Что из операции гланду убирали? Екатеринбург, привет. Привет, Соки. Выросли, наверное, во второй сутки пройдет время. Где мы завтракаем? В бейкере. Кстати, если кто-то с Петроградки, рассказывайте, ребята, где теперь есть овсяная каша. Что-то, где мы привыкаем сидеть, везде овсянка пропадает. А какой же завтрак без овсянки? Поэтому нам нужно что-нибудь, какое-нибудь хорошее место. Если кто-то с Петроградки, давайте пишите либо в личку, либо так. Москва, привет. Где вот тренирую? СКА, Санкт-Петербург, Дивинская, 4. Пожалуйста, всегда рад дать полезный совет. Есть средства Рокутан, не пробовали. Как раз сейчас должны начать пробовать. У нас оно и было в программе, что сначала убрать эти гланды, которые очень много лет мучили. Соответственно, сейчас прыщики не решит проходить, начнем делать Рокутан. Спасибо за совет. Хотите ко мне на занятия? Пишите в личку, если вы в Санкт-Петербурге, то проблем вообще никаких. Доброе утро, постоянно зрителя из Швеции. Спасибо огромное, Швеция. Как выступила Юля? Не Юля, а Аня. Аня выступает 3 числа. Привет из Израиля. Привет Израилю. Ридим больно? Больно. На лице? Да, есть акне. Ну ничего страшного. Ты так миленько кушаешь, что вызываешь? Да где миленько кушаю? Она даже не сдалась. Да, привет из Челябинска. Обиделись, что не организовал встречу с подписчиками. Ребята, я не организовал встречу с подписчиками, значит, это превратилось в очередную какую-то определенную поездку. Я ехал к Мише Кокляеву в гости, к Лёше Серебрякову. Были фаны, которые хотели со мной пообщаться. Они писали уже либо Мише, либо Лёше. И уже Лёша с Мишей организовали для меня встречу со всеми этими ребятами. Когда в Москву? Я думаю, через недельку мы поедем в Москву, потому что на этой неделе мы едем в Таллин. Кстати, если есть кто в Таллине, отзовитесь. Мы с удовольствием, наверное, бы посмотрели этот город. А в Москву через неделю, может, через две. Все спрашивают, откуда у тебя прыщи. Чего едим? Вкусняшки. Это же утро, едим пироженки. Смотрите, сейчас покажу вам кусочек лета. Вот такие вот. Ира, после операции все нормально, все хорошо. Не, ну что, у людей же видите, какая сильная изжога. К тому же у нас появляются все время новые и новые подписчики в Перископе. Вот. Почему тяжело кушать? Потому что рот пока не открывается. После операции, видно, так растянули все мышцы, плюс язык, что стало болеть. Почему всех не баню? Потому что я хочу пообщаться с теми, с кем неприятно общаться, а с теми, кем неприятно, я на тех внимания не обращаю. Можно, конечно, банить, но это будет занимать слишком много времени. Сколько мне лет? Плюс 18. Что с моим лицом? Ну что с моим лицом? Оно крайне не брито. И не умыто, потому что сегодня ночью случилась протечка в квартире. Мы... И пока холодной воды у нас там нет. Не, ну протечка закончилась тем, что стало все хорошо. Приехал мастер, все сделал, за домом познакомились с соседями снизу, а так нормально. Да, после того, как удаляешь гланды, становится все гораздо приятнее, все гораздо лучше. Глаза накрашены, я вижу новый пользователь, нет, не накрашены. Приятного аппетита, спасибо. Мы не дом купили, мы купили квартиру в малоэтажном строительстве в Юнтово. Там очень уютненько и все классно. Если вы смотрите новости, то ваша жизнь состоит из сказок. Привет из Иркутска, приятно, спасибо. О, Техас. В Техасе мы когда-нибудь захотели побывать. Мася, нам привет из Техаса. Спасибо. Рука после баскетбола опухла сильнее. Скорее всего, вывихнули сустав. Вот и все.
А сколько стоит тату? Очень много тату стоит по всему телу. А на глазах и на бровях татуаж. Больно? Да, но сейчас становятся и машинки побыстрее, и обезболивающие получше. Татуаж. Какую-нибудь книжку почитать? Да у нас на книжку времени не хватает. У нас завтрак, потом тренировка, потом встреча, а потом поедем квартиру прибирать. Макароны вредны? Нет, макароны не вредны. Если они сделаны из твердых сортов пшеницы, то их можно, ими можно замещать практически все. Они точно не вреднее, чем белый рис. Вы не моргаете теперь? Да я вообще редко моргаю. Нет, план не курю, операция прошла хорошо. Где встреча, еще не знаю, мы должны ее назначить. Привет с юга Франции. Мы вам завидуем по-доброму. И вам привет огромное. Какое любимое блюдо? Наверное, хороший стейк, и я очень люблю фрукты. Квартира большая? Нет, 68. Не моргать вредно? Нормально, со слизистыми все хорошо. Так, я не гей, мы не дома. Есть ли смысл в натуральном тренинге? Разумеется, есть. Натуральный тренинг дает вам практически все, и здесь нету никаких побочек, если все делать с умом. На самом деле, с допингом, без допинга важно восстановление. Казахстану привет. В Москве я не живу. Квартирка очень уютная, Краснодару тоже привет. А в Таиланд нет, в Таиланд мы ездили, не сказать, что нам сильно на самом деле понравилось в Таиланде. Мы познакомились с хорошими ребятами. Познакомились с местными нашими ребятами русскими, кто живет в Таиланде. А так мы любим Доминикану и обязательно туда будем возвращаться все время. Калининграду привет. Показать жену, пожалуйста. Все хотят тебя посмотреть. Покажу вам, и когда мы будем с вами прощаться. Прощаться мы будем через какое-то время, потому что я уже очень хочу кушать. Тайским боксом? Нет, единоборствами я не занимаюсь, у меня опции дорогие. Что думаю о Борисове? Ничего не думаю о Борисове. Я не смотрю других блогеров и не смотрел раньше. Так как лично человека не знаю, поэтому ничего не могу сказать. Как на ютубе называется канал, так и забейте. Саша Шпак, и все найдете. Да в Доминикане все тусуются. От Вин Дизеля до Тимати, получается. Билеты бронируем сами. Отель бронируем сами. Директор отеля мой друг. Мы туда звоним, пишем. И нам делают нашу VIP-скидку. Какой жирности творог лучше кушать? Да практически нет разницы, в жирности нету проблемы. Понравилось в Челябинске? Да, в Челябинске, честно говоря, понравилось. Мы были в деревне, увидели русскую самобытность, и все нас встречали очень классно, вот и да. А кто круче, Кокляев или Коков? Ребят, не обсуждаю. Шпак, да, настоящая фамилия. Нет, я не сидел. Трудно было рвать с имплантами в попе, но я их там не чувствую, они там есть и есть. Это как импланты во рту, когда у вас стоят вместо зубов. Вы трудно с ними жевать? БЦ они не мои, это БЦ моих друзей, у которых я приобретаю очень давно. Есть ссылка в группе, или пишите мне в личку, я скину ссылку на них. Губы накачанные? Ну правильно, я же качок все накачал. Нет, губы уже не накачанные. Через месяцок у вас днюха, вы хорошо выглядели для своих лет. У меня днюха на самом деле 1 апреля, буквально на днях, и мы улетаем в Таллин в этот момент. Было круто, когда Кокляев отбрил Будюка. Да он особо не отбривал его, просто сказал свое мнение по этому поводу. Уколы в попу с имплантами можно делать? Нет. Что думаю об Александре Невском? Не знаю, лично не общался. Привет, Сибири. У меня зуб отломился, где? Что вы меня пугаете? В Москву отправляют БЦА? Да, отправляют. Скажи свои силовые в базе. Нет у меня силовых в базе. Я практически не делаю. А так они примерно были одинаковые. 250 тяга, 250 присед, 202 жим. Так, ну что, мы потихоньку будем прощаться. Показываю свою Масеньку. Показываем вкусную малинку. Всем добрым утром. У нас в Санкт-Петербурге солнце. Во многих местах тоже солнце. Вообще наступает по всему миру весна. Всем спасибо. До скорых встреч. Все, пока.